Почувствовать запахи, услышать звуки. Ирина Куркина – частый посетитель выставок. Она сама увлекается живописью. Рассказывает, ее удивить сложно, но задумка организаторов впечатлена. Это здорово, когда соединяется визуальное восприятие, звуковое и запахи. Вдохнуть свежий аромат брусники и мысленно перенестись в Карелию или Архангельск, ощутить красоты северных регионов России, а оттуда отправиться в теплый Крым и прогуляться по лавандовым полям. В музейно-выставочном комплексе «Артишок» открылась необычная фотовыставка, иммерсионная или иначе интерактивная. Что такое, в принципе, иммерсионная выставка? Здесь у вас есть уникальная возможность окунуться в различные события, связанные с нашей необъятной родиной. Это и новогодний стол, это и прогуляться по Крымскому полю, посидеть вечером у костра, совершить променад у моря и даже вдохнуть запах маминых объятий. Северные пейзажи и красоты Южного края. Здесь то, что так многим дорого и близко. Но главная особенность выставки – полное погружение. Запах с моря. Вот печеньками тут пахнет, да, можно сказать, психологические якоря, которые запускают определенные состояния, и вот они привязаны к определенной картине. Это как, ну, раньше я такого не видел. Здесь собраны фотоработы разных авторов, причем не только химкинских. Познакомиться с необычной экспозицией можно до 1 декабря. Юлия Самошина, Андрей Панченко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.